преследует. Всем здравия! Вы находитесь на канале Братьев Приходько. А мы сегодня с Денисом опять решили порыбачить на Печоре в надежде поймать езя и, возможно, сига. На хариуса в этом месте не сильно рассчитываем. Вот, поймать бы хотя бы езя и сига. Сейчас кормачок попустим. Глубина здесь 3 метра. Течение такое среднее. Вот будем пробовать здесь сегодня рыбачить. Посмотрим, что нам речка даст. И даст ли вообще что-нибудь. Как-то погода хорошая. Давление в рост. Ветер юго-запад. Правда, ветер сильный будет сегодня, метров 5-4. Главное, чтобы не менялся. Кормачок поставил. Сейчас луночки почищу. И начну забрасывать удочки. Так сказать, готовиться встречать рыбу. Поймал ездя. Вытащил я его. Прям в самом конце цепился, да? Ага. В лунке. Это мой. Ясь. Хороший путь. Это я. Хороший, да? Ага. Нормально. Вообще хорошо. На червя. Вот так уже интересней. Да, все хорош попался. Как будто здесь еще поклевка была, но не факт показалось. Вот.
О, есть. 9 часов. Что, я просто сидел, да? Нет, я этой удочкой сыграл, а он здесь сел. И просто сидел, да? Ты поймал. Покушаем. Сик хороший. Смотри, о, какой. Вот это да. Но хотел рыбу подкатить. Ага. Можно собираться идти домой. Такой вообще здоровяк. У-у-у, какой сик. Дрожал прям, дрожал. Я так и подумал, что сик подошел.
Ну вот и все, ребята. Еще один рыбацкий день закончился. Вот такой вот улов. 3 сига и 2 езя. Не очень сегодня хорошо клевало. Еще пару поклевок не успели реализовать. Ну, возможно, в следующий раз будет получше. Ну, в принципе, этот улов тоже довольно-таки неплохой. Думаем, в следующий раз будет лучше. На этом все. Желаю вам здоровья, счастья, мира в дом и быть добру. Похоже, это закрытие сезона. Воду подняло. Выйдем мы тут, не выйдем. Дальше вообще все плохо. На. Лед пробивается палкой. Точнее, это не лед, а уже так себе. Вон, вода докуда поднялась. Ты думаешь, вот так напрямки, да, идти? Я все сейчас в руки возьму и пойду вот как смогу напрямки, да и все. Потому что тут вот то же самое, что наверх, только раза в 4 дольше. 100% будет проще. Мы не ищем, да, легкие пути. Или ищем, ищем выходы полегче. Все, речка. Благодарим тебя за все. Скоро будет сезон открытой воды, и там встретимся на открытой воде. Фу, ну да ладно, пойдем. Ой, выходить. Ладно, не сдаемся, прям как-нибудь. Конечно, устанешь на карачках ползти с грузом вверх. Фу. Половину пути прополз, ну, наверное. Денис вон ползет. Рыбалка просто класс. Нормально. Чтоб запомнилось навсегда. Ну да. Мы сделали это. Забрались наверх. Еще немножко и дорога будет.
А вон уже дорога. Да, немножко осталось. Лыжу поломал. До дороги дошел и сломал лыжу. Прямо около дороги. Вот это номер. Оп. Вот так вот. Прям пополам. Ну вот. Закрыл рыбалку. Поломал лыжу одну, ага. Ну вот как. Шел. Вон здесь последний метр провалился чуть-чуть. Оказалось, лыжа поломалась. Да, вообще. Фух. До дороги не дошел метр. Или два.